21 августа 2021 года. Марина, бабушка Марина и Максим, внук, сегодня отправляется домой через Барнаул. В Барнаул нас повезут Алексей Загуляев. Владимир Пащенко на своей машине нас подвозит до машины Алексея. А он вовнутрь, я тебе говорю, вовнутрь. Пускай вовнутрь. Вовнутрь, он сказал. Давай сама тебя. Все, садитесь. Тащите вещи. Вовнутрь. Поставим, как в том году. Давайте. Все. До свидания, голубчик мой. Так, может, машина давит тебя сверху. Не так, боком, поверни его. Вот так, да. Да, вот так боком поставьте. А вот эту сумку надо, Алексей, вот так, с той стороны, подожди. Володя, а что такое туман? Ты ничего не видать. Где туман? Ну, вот он, смотри. Ну, я откуда знал. Она дала мне в руки, я ничего не трогал даже. Что надо сделать? Ну, вот так вот. Такая техника у нас. Что одна, что вторая. Я да, все. Не надо ничего, садитесь. Ну, все, поехали. Да, попрощайся. До свидания, давай. Угу. Вот ты мой хороший. Ой, Игнатий Тихонович, давайте, примите меня на следующий год, если... Много было хорошего. Буду писать вам или сюда. За все вам низкий поклон. Все, вас с Богом тоже. Спаси Христос вас за все. Под ноги вот мелкая, сейчас посмотрим. Давайте мне тогда под ноги. Так, все у вас мелкое. Это я сама буду держать. Вот сюда же еще можно ставить. Сдвиньте, а то ему сейчас. Да не, нормально. Сейчас попробуем. Вот на чемодан можно вот сюда поставить. Леш, вот сюда еще ставь. Сюда? Да, это вот можно. Сюда. Это можно. Не потечет. Да, нет, вот нет, сколько людей было. Видишь, да. Все какая-то радость. Ну, ребром она нормально. Даже которые уезжали, не совсем они с чем-то были так согласны. Дело показывает, что люди, которые добровольно принимают порядок такой жизни, у них все по-другому идет. Посмотри, какие вот деревья растут. Это ветла. Среди березок и в стороне-то как, когда никаких веток-то нету. Какая красота везде у нас. Куда ни глянь, везде все, деревья. Ну все, благословляйте. С Богом, брат. Да благословит Господь. Так, закрываемся. Давайте. Передать кому? Кому передать камеру? Камеру-то я не взял, я передать или нет, а что-то мне не ладится. Ну я же вам эту зарядку-то. Зарядку взял. А говорят, что надо силикон, Володя говорит, что потом днем, говорит, а, передать Елене, она должна вас встретить. Да, я с ним поговорю. Ну давайте тогда. Я подожду. Ну все, слава Богу, за все. Аллилуйя.